Но даже в праздник отдохнуть удастся не всем. Служба пограничников не знает выходных. Кто-то всегда на посту охраняет российские рубежи. На краю нашей необъятной страны побывала и моя коллега Алина Фурсенко. Пункт пропуска через государственную границу Крупец. До украинского Глухова отсюда всего 32 километра. До Курска в три раза больше. Грузовики выстроились в ряд, водители в очередь на заполнение документов. За день через окошко дежурного проходит больше 100 человек. Сложность моей работы заключается в том, что люди проезжают разные у нас, каждому нужен свой подход, и приходится быть в какой-то степени психологом, найти индивидуальный подход к каждому человеку. Документы в порядке, теперь грузы. Специалисты проверяют каждую фуру. У пограничников есть свои четвероногие помощники. У спаниеля Тины ответственная работа – не пропустить через границу ничего запрещенного. Ее стаж работы 5 лет, и свой профессиональный праздник она тоже проведет на своем боевом посту. Тина, ищи, ищи, ищи. А здесь нет ни пунктов досмотра, ни турникетов, ни даже забора. Но несмотря на отсутствие видимых преград, граница на замке. Проскользнуть мимо Александра и Уджера незамеченными не получится. Собака у меня по жизни добрая. Кто к нам на границе с добротой, тому мы с добротой тоже. А всем нарушителям я не рекомендую встречаться с его зубами. Добрый. На охрану государственной границы Российской Федерации. Шагаем. Марш. Отряд отправляется в дозор, а в кустах уже прячется злостный нарушитель. На этот раз условный. И, конечно, его цель – пересечь нашу границу. Стой! Применяй служеб на собак! Спас! Дай! Рядом! Рядом охраняй! С начала года курские пограничники задержали 9 настоящих нарушителей. Государственная граница на территории Курской области протянулась почти на 300 километров. И все они под надежной охраной. Алина Фурсенко, Геннадий Воробьев, телеканал 7.